Автограф-сессия в одном из торговых центров на севере Москвы с участием музыкантов группы «Рамштайн» из-за ошибок в организации мероприятия обернулась настоящей давкой. Инцидент произошел накануне днем. На встречу с мировыми звездами пришли около 1500 человек. Фанаты заняли места за несколько часов до назначенного времени. Из-за духоты и давки люди стали падать в обморок. А когда музыканты начали раздавать автографы, толпа усилила натиск и образовалась настоящая толчья. В результате десятки человек получили ссадины и ушибы. Чтобы сдержать толпу, на место сразу прибыли наряды полиции и машины скорой помощи.